Всем огромнейший привет, вы как всегда на канале Семья на Чемоданах, с вами я, Славян. За моей спиной посмотрите, какая красота, а над моей головой посмотрите тоже, какая красотища. Я по рабочему вопросу сегодня оказался в Геленджике, в прекраснейшем городе. Что за работа, расскажу чуть дальше в выпусках, поэтому не пропустите, нажмите на колокольчик, подпишитесь. Я сегодня вас приглашаю в удивительную прогулку по Геленджику. Почему в удивительную? Потому что сегодня здесь не погода. Сильный ветер, я вот уже по набережной чуть прошелся. Все такие брызги. Я надеюсь, будет интересно. Все равно обязательно прогуляемся. Хоть и морось, возможно, она чуть-чуть там попозже успокоится. В общем, поддерживайте выпуск, нажимайте на лайк, пишите комментарии. Погуляем как следует. Очень сильно я соскучился по морю. Я думаю, вы тоже. Поэтому погнали. Спускаюсь где-то по улице. Я обожаю Геленджик за вот эти вот высоченные сосны, за вот этот запах, который присутствует здесь в Геленджике от этих деревьев. Как только заезжаешь в Геленджик, сразу вот эти вот кайфовые деревья. Слушайте, потрясающе. На самом деле сейчас гулять здесь нет варианта, потому что посмотрите, какая погода. Просто идет, зарядил дождина. Вот, поэтому я, кстати, очень удачно припарковался. Вот тут вот есть Магнит, вот Магнит косметик, Магнит. И я думаю, что я просто сейчас пойду, просто что-нибудь себе куплю покушать. Например, какой-нибудь дошик. Вот, у меня же здесь есть, видите, сейчас открою. А что такое, почему не открывается? А, вот, так, у меня есть газовая горелочка, кружечки, чайничек, и по-моему у меня где-то есть еще чайные пакетики, поэтому мы сейчас пойдем, окошко здесь приоткроем, поставлю горелочку, возможно, перееду где-нибудь, чтобы был вид на море, но это не точно. В общем, сейчас посмотрим. Я вот тут посидел, подумал и решил, что нужно передвинуться в другое место. В Магнит, в общем, не ходил пока. Перееду в другое место, потому что у меня телефон здесь не ловит. И что-то как-то здесь все так серо, потому что с одной стороны какие-то гостишки, вот там просвечивается море, и все, и дома. Я сейчас куда-нибудь перееду, наверное, Толстый мыс поеду. Вот, и потом уже оттуда все начнем. Вот такая вот история с погодой. Видите, вот где-то вот тут вот на горе надпись «Геленджик», но мы ее не видим, потому что там вообще просто идет какой-то вот такой вот нереальный дождик. Я даже не знаю, как гулять, честно говоря, в такую погоду. Просто идет приличный дождь, и все это дело еще сопровождается очень сильным ветром. Тут мы дворец культуры проехали Геленджика. Горы, кстати, слева такие достаточно, ну, высокие, я бы сказал. Как-то мне они помнились поменьше. И... но мы их, к сожалению, не видим. Ой, я не туда встал, мне же надо было в правом ряду стоять. Ну ладно. Сейчас еду по улице и вспоминаю, что мы когда жили немножко в Геленджике, мы жили вот неподалеку от этой улицы, и по вот туда вот вниз, получается, мы ходили как раз в этот, ну, к морю, по этой улице постоянно. Вот здесь еще лавочка из карандашей, ну да, вот она, синяя торчит. Магнит здесь, пробочка небольшая, светофор. Объезжаем как бы бухту, и хочу попасть все-таки на Толстый мыс. Слушайте, я на самом деле нашел местечко, на котором я, скорее всего, сегодня буду ночевать. Да, я ночевать сегодня буду в машине, это будет первый тест, как пройдет ночевка на вот этом диване, который сзади. Вот, я даже взял себе подушечку, одеяло, чтобы было тепло. Единственное, дождь мешает. Посмотрите, с каким прекрасным видом я буду это делать. Это вот бухта начинается, мы на Толстом мысе, получается, с самого краю. Вот начинается отсюда набережная и пошла. Но единственное, с погодкой, видите, нам, к сожалению, не везет. И там были магазины, я забыл купить покушать, но думаю, сейчас тогда все-таки снова доеду, возьму еды и приеду сюда. Так, я переехал
чуть в другое место. Здесь есть все те же высоченные сосны. Блин, какой кайф я от этих сосен испытываю, как в Сочи от кипарисов. И вот такая есть, видите, машинка. Вон там море, еще шоколадница, что-то пройдемся, прогуляемся. Я пока хочу зайти в Магнит, купить что-нибудь покушать. Я же тут вспомнил, что у меня в машине есть зонтик, представляете? Я могу не намокать, хотя ноги намокнут. Опять одел ботинки в сеточку. Вообще погода писала, что будет нормально. Сейчас решил перед обедом немножко прогуляться к морю, вам показать, какой здесь открывается вид. Вот, так сказать, нагуляем аппетит, а потом уже пойдем обедать в машину, так сказать, по-палаточному. Так, смотрите, здесь вот такое вот заведение, такая постройка. У людей, конечно, безумно шикарный вид на море. С панорамных окон открывается классный райончик, неплохой. Что там, Black Star Burger, шоколадница, магниты, указательный ресторан, лаваш какой-то. Вот, все те же великолепные сосны и шикарнейший вид. Вообще, на самом деле, можно было вот сюда даже сейчас проехать. Вот здесь вот припарковаться. Кстати, о птичках. На самом деле можно, наверное, так и сделать. Вот видите, вот тут так джикс, такая парковочка есть. Вот. И, так сказать, с видом на морюшко. Так, сейчас перейдем быстро дорогу. Да, с погодой, конечно, чуть-чуть не повезло. Я думал, что будет светить хотя бы солнышко, хорошо сказал, да? Но нет, ветер сильный, я боюсь, что мне сейчас сломает зонт. Пустая набережная, ресторанчик Том-Ям. Туда тоже все пусто. Сейчас чуть-чуть, если успокоится дождик, то мы обязательно куда-нибудь в какую-нибудь сторону прогуляемся. Вот она вся бухта. Посмотрите, какая красотища. Где-то там в горах, вот говорю, написана надпись «Геленджик», все тучки. Нам все закрыли, спрятали. Ух ты, как сильно подул ветер. Вот до тех пляжей хочется дойти. Там то ли песочек, то ли что это. Колесо обозрения. Слушайте, просто прекрасно. Красивый город. Ладно, посмотрели, как говорится. И пойдемте обедать. Здесь какие-то, видите, соревнования, видимо, проходят. Рус-рус. Маленькие парусные суда. Вот отсюда, видите, прошел немножко. Здесь есть карта города, курорт, вон всякие булочные. Очень сильно, кстати, вот это вот похоже на Эмеритинку, там, где морпорт эмеритинский. Вот такие же, типа, палаточки. Так, здесь какая-то скульптура, арт-объект. Что за арт-объект? Непонятно, что это, я не знаю, что это такое. Выглядит прикольно, вечерочком, видите, как все подсвечивается здесь. Везде, вот на фонарях. Лампочки, гирляндочки. Да, здесь, конечно, 100% очень атмосферно. Мы здесь летом гуляли в каком-то там году, я не помню. Было круто. А сейчас стало еще круче. И я вообще кайфую, когда вот так вот можно гулять. На чили, на расслабоне, нету толп. Вообще просто, ну, мы одни с вами здесь. Видите? Шикс. Сзади меня вон пара идет и парнишка. И все, и больше никого. Вот такая вот великолепнейшая, я считаю. Детская площадка, прорезиненная, экскурсии, вот так вот деточки играют. И самое крутое, я говорю, вот эти сосны, они везде создают здесь тень. И даже летом здесь безумно хорошо. Ты просто вот так вот поиграл, вот так вот пошел, посмотрел в бинокль. Наверное, ничего не будет видно. И вот так вот пошел на пляж. Пляж называется Багамы. Ну что, друзья, я вас приветствую, мы на Багамах. Багамы, вашему вниманию, видите как, вот такие вот Багамы. Пляж, конечно, закрыт, ничего не работает пока, но можно спуститься к морю, обязательно давайте с вами сейчас это сделаем. Вот так вот по лесенкам, пук-пук-пук-пук-пук-пук. Так, что здесь написано, давайте почитаем. Городской пляж, город-курорт Геленджик, с 8 до 20 он работает. Схема пляжа, вот она. Ну вот все здесь есть, есть даже туалеты, но скорее всего сейчас они работать не будут. О, смотрите, ни разу, кстати, не видел, чтобы так было написано. Дальность максимального заплыта, прикольно.
Пахнет морем, водорослями. Шикарно. Просто шикарно. Вот встанем под навесик вот так вот. И зонт уберем. Кайф. Подошла сюда. Так, у меня тут немножко сломался зонт. Давайте я вас поставлю. Посмотрите на море пока. 2 минутки. А я починю зонт. Зонт не получится починить. Здесь, оказывается, вот эти штуки, они на нитках пришиты. Поэтому надо будет уже дома разбираться. Слушайте, я не знаю. Я очень надеюсь вам передать эту атмосферу моего настроения. Улыбка просто не сходит с лица, потому что я так сильно рад оказаться сейчас возле моря. И неважно, какое оно. Холодное, вот такое вот грязное, да? Погода такая. Абсолютно неважно. Я рад, что я здесь. Рад, что сейчас приехал, так сказать, по работе, подышать водорослями. Очень много всего выкинуто на берег, даже шприцы. Еще рыбка выкинулась вот такая вот. Смотрите-ка, она еще дышит. Вот это вот. Видите? Дышит же, смотрите еще. Ну ей все, кирдык. Ладно, не буду я в море закидывать, чтобы там это... Может быть, она уже давно лежит. Так. Вот такой вот пляж. Такие навесики, друзья. Что-то рыбку в море не скинул, и теперь даже не знаю, правильно ли я поступил. Хотя, наверное, она уже сама выпрыгнула. Обычно, по-моему, у них так бывает, если они чувствуют, что кирдык, они сами туда и выбрасываются. Потрясающе. Сегодня нам никакая погода не испортит гулять здесь. Это что такое? Переодевалка, что ли, такая? Или что это? Спасательная вышка. Ой, как все пусто. А, я кайфую, я не могу. Давайте вам буду показывать побольше моря. Немножко пройдемся еще. И я пойду кушать. Такое ощущение, что уже вечер. Такая погода. Ой, красота. Чайки, надо было хлеб взять и их покормить. Берег, видите, как намыло. Геленджикские попугаи. Я все ходил, говорил, сочинские попугаи, мне кто-то пишет в комментариях. Вообще-то это не попугаи, а голуби. Я знаю, что это голуби, я просто всегда их называю попугаями. Ну, типа как субтропики. Пусть это будет попугаями. Это, походу, канализация в море вахает и душ. Так, ну ладно, все, пойдемте с набережной. Ну вот тут вот на набережной ресторанчик вот полностью функционирует. Называется, походу, Алые паруса. А нет, ресторан Кинза. Во, учитывая, что мы очень любим кинзу, нам нужно сюда зайти всей семьей. Заходить один не буду, пойду кушать дошик. О, кстати, а вот туалеты. Не знаю, работают ли они. Сейчас посмотрим. А, неизвестно. Ну ладно, потом посмотрим. Кафе «Атлантик». Но оно, видимо, на реконструкции. Столовая «Мангал». Я вообще думал куда-нибудь в столовую зайти покушать, но все столовые почему-то закрыты. Ну, видимо, это не пользуется здесь так сильно сейчас спросом. А хотя вот еще какой-то кафе «Адмирал» работает. О, какой здесь запах, друзья. Как вам передать, не знаю. Но надеюсь, хоть немножечко, хоть чуть-чуть удастся передать эту великолепную атмосферу. И вот скажу снова, что любой город, он прекрасен и вне сезон. Поэтому нужно брать и приезжать в города, к морю всегда, не только летом. Открывайте для себя новые месяца, приезжайте.
Так, ну что, осталось только настроить быт. Вот так вот у меня, видите, здесь выдвигается столик. Вот такая красота. Достаем горелочку. Уже даже поставил ботинки с носками, чтобы они высохли. Походу надо сейчас что-то будет намутить себе, типа резиновых сапогов. Все, вот она горелочка. Сейчас мы ее заряжаем и будем кушать. Ну и, собственно, видите, вот так это все выглядит. Огонечек горит, газ горит. Сейчас единственное, что я приоткрою немножко окошко, чтобы пары выходили. Вот тут у меня такое, видите, есть красивое панорамное окно. Вот, пусть туда немножко все это дело выходит. Вот, вот так вот на проветривание. Все, сейчас чайник скипятится, заварю себе дошик и налью себе чаек, буду кушать. Поели, попили, я немножко отдохнул. Я даже скажу больше. Я высушил носки, высушил кроссовки. То есть теперь я иду в сухой обуви. И это прям хорошо. Дождик прекратился. Я очень надеюсь, что его больше не будет. Он нам даст нормально погулять. На всякий случай с собой взял зонтик. Затянул капюшон от порыва ветра. Вот, идем с вами дальше. Будем гулять, наслаждаться видами моря. Посмотрим, докуда нас хватит. Решил пройтись вот в эту сторону. Спуститься на пляж. Честно говоря, хочется просто вот зайти на пляж и отсюда никуда не уходить. Блин, ветер, конечно. И просто сидеть здесь. Здесь так много чаек сидят, видимо, тоже, видите, кайфую. Табличка почему-то «Купание запрещено». Не знаю, вот она. Такая вот бухта. Чего, чего птица? У меня нет хлеба. Вот надо было хлеб взять. Вон они ко мне прям сразу летят. Очень спокойно. Слышите, здоровский вообще вид вот у людей, которые живут вот в этих домах. Классно. Ну, на самом деле, и вон там, вот в тех, вот в тех, вот в тех, во всех вообще домах, кто живет этажом повыше, как говорится, вид будет точно вообще огонь. Мутная водичка, такой туман плотный. Тонкий мыс, вон видите, как бы все, туда уже открытое море, вон там толстый мыс, куда изначально я заезжал. Такие вот здесь построечки какие-то интересные, камушки, волна небольшая, ветер, конечно, вообще лютый. Здорово. И вот такие пустые-пустые пляжи. Вышка спасательная. Даже, кстати, я не знаю, смотрите на минимум последствий от штормов. Вообще, вот, совсем чуть-чуть. А, красота. Я все хочу, чтобы тучки убрались, и можно было увидеть надпись «Геленджик». Почему-то прям очень мне сильно хочется. Правда, я не понимаю немножко, в какой стороне надпись. Мне кажется, вон там она должна быть. Такой сильный ветер, вообще просто прям нереальный. Я прошелся чуть-чуть подальше, видите, здесь так берег идет таким полукругом, широченный пляж. Очень интересно, как здесь будет летом. А еще я увидел, что здесь, друзья, представляете, катают серферы. Вон они стоят, ловят волны, видимо, вот в бухту как-то вода так заходит, что появляются волны. У них вон там вот машина припаркована. И вот они, собственно, вот так вот разгоняются и что-то пытаются. Это я к тому, что если ты хочешь что-то, то ты будешь это делать при любом раскладе. Вот там они же не идут на океан, они пользуются тем, что сейчас у них есть. И это важно, в принципе, по жизни. Молодцы, ребята. Я и в Кости видел, что катают это вот в Сочи, да. И здорово, что вот если у человека нет возможности поехать куда-то на океан, там на Гавайи катать, то ты можешь у себя. Главное было бы действительно желание это делать. Так, я пойду сейчас туда, где меньше ветра, потому что я аж промерз. А, кстати, еще для тех, кто не знал, в Геленджике
очень-очень длинная набережная. Она начинается вот отсюда, ну там чуть дальше, с толстого мыса, и идет, представляете, вот так вот, вот так вот, вот так вот, через весь город. Не знаю, какой она там протяженностью, но если вот вы хотите погулять вот в таких вот красивых соснах, вот с таким вот интереснейшим видом, вот с таким вот интереснейшим видом на горы в солнечную погоду, то Геленджик это просто топчик. Вообще обожаю этот город за вот эти сосны. Вообще просто, я не знаю, это что-то нереальное. Здесь находиться, дышать с запахом. Ох, ну, не могу передать, правда, не могу. Приезжайте и гуляйте. Иду я, значит, иду, и просто передо мной открывается, вот знаете, как вот, вот так вот сделали, и появляется вот такая вот красотища, представляете? Смотрите, это совершенно другой пляж. Если там мы ходили с вами по гальке, достаточно приятной, то здесь все, тут просто песок, его огромное количество. Смотрите, какая красотища. И все это с вот этими красивыми соснами, набережная, широченная. Кстати, класс то, что это бухта, сюда не заходят большие волны, и получается, что, видите, даже вот волейбольную площадку ее на зиму не убирают. Она вот как стояла, так и стоит. Смотрите, какая красотища нас с вами окружает. Обалдеть. Вот она галька, все, здесь песок, но я так понимаю, что это искусственно завезенный. Судя по тому, что из него вот торчит все равно галька. Вот. Ну, обалденно. У меня нет слов. Последний раз, когда мы были в Геленджике, это, по-моему, был 19-й год. И вы знаете, мы таки сюда приехали, это было лето, август, самый пик туристов. На пляжах просто негде плюнуть, я не знаю, шагнуть некуда, встать, лечь. Ну, как в Анапе, короче. Еще в море канализация, запашок такой был, и мы такие... А вот сейчас я сюда, друзья, приехал, в не сезон, здесь пусто. Пляжи, вот такие вот, вот такая красота. И я понимаю, вот как всегда я говорю, что вот в каждом городе курортном обязательно нужно побывать в каждое время года, в каждое время суток в каком-то месте надо побывать. И тогда город открывается по-разному. И вот сейчас как раз Геленджик открылся совершенно по-другому. Такое спокойствие, такая тишина. Вот приходят ребята, просто сидят, ничего не делают, смотрят, любуются на море. Здесь оно не бескрайнее, это бухта, но тем не менее дерево завалилось, видимо, от сильного ветра. Здесь, смотрите, детская комната, развлекательный центр, медуза. Прикольно на самом деле. Видите, даже игрушки все здесь есть. Никто ничего не убирает. Летом, видимо, подшаманят, приведут все в другой вид. Это что такое? Open Air, Sunrise, Sunset Sunrise, красотища вообще. Да, слушайте, нереально. Очень. У меня просто нет слов описать всю эту красоту, эмоции, потому что после города, после Краснодара, когда ты попадаешь вот в такие места, это очень классно. Додо пицца, кстати, я смотрел на карте, я почему-то думал, что она как бы в городе, а она нет, она прямо так на набережной. Я думаю, что сегодня здесь поужинаю, но это не точно. И здесь вот такая, смотрите, есть локация интересная, ковер, это, видимо, какой-то такой пляж. Кафешечка, почем здесь? О, смотрите, дорадо было 220 рублей, что здесь, креветки 200. Шашлык 150 рублей, шейка, ну, считаю, нормально, учитывая, что вот на первой линии. Опа! Ну вот, морюшка, пожалуйста. Бунгалы здесь, видимо, и... Ух! У-у-у! Ничего себе! Какие волны-то, разошлось. Морюшка разошлось.
И получается вот бесконечный пляж песчаный туда уходит. А в этой части, видите, здесь такие грибочки теневые стоят, получается, четкий такой ряд. Вот. И много песка. И это называется городской пляж Дельфин. Вот такое вот название, такие вот переодевалочки. Ага, и там какой-то идет, что у нас, сквер? Сквер Победы. Давайте сейчас сходим, посмотрим. Вот, Геленджик, место, где ты счастлив. Вот на самом деле, вот эта вот фраза сейчас, она капец какая актуальная. Давайте пойдем на набережную, посмотрим, что там есть. О, какая огромнейшая доска почета. Вообще, слушайте, я в жизни такую не видел. Сейчас поближе подойдем, покажу. Огромное, просто огромнейшее количество мелких фотографий Отечественной войны. Я вообще в жизни, правда, не видел такой огромной доски с фотографиями. Ну, обычно, да, это просто имена где-то на плитах, да, выбитые. А здесь вот вечный огонь и, соответственно, вот вторая стена. Парк развлечений, кстати, здесь сразу же. Вон оно, колесо обозрения. Все закрыто, к сожалению, здесь. А вот, кстати, смотрите, эти, как они виртуально реальность работают. Кстати, очень много самокатов можно брать, наверное, сейчас, кстати, и дешево будет стоить, но кататься сейчас на них будет очень сильно холодно, поэтому я хожу пешком, так хотя бы я согреваюсь. Прямо на набережной есть Пятерка, можно зайти еще что-нибудь купить, но я не буду, у меня есть с собой горячий чай, сейчас где-нибудь, наверное, я остановлюсь и попью чаечек. А вот так, в принципе, кафешечки все закрыты. Ну, на самом деле, здесь вот как типа в Адлере, наверное, вот так вымерло все, но позволю себе немножечко сравнить, например, с Адлером, то мне кажется, здесь вот поинтереснее. Да, безумно здорово. Пойду вот сюда под крышу. На крыше, видите, такие гирляндочки, это все, значит, вечером подсвечивается. Я не знаю, насчет не сезона, подсвечивается ли, но вот здесь вот так. Ладно, сейчас надо чаечек попить. Здесь вот справа, вот это желтое здание, это ЗАГС. Вот такой вот шикарнейший сосновый сквер, который тоже подсвечивается. Вот это и есть центральный городской пляж. Здесь он, видите, разместился Бургер Кинг. Не знаю, правда, работает он или нет. И здесь есть скульптура невесты. Сейчас дойдем с вами, я вам его покажу. Здесь вообще движняк вот на вот этой площади постоянно. Я помню, мы когда-то вон там вот припарковывали машину. Вот, видите, какие здесь просторы. Есть вот такие лавки, сувениры, кофейни, пряники. Вот такая красотища. Пусто, но здорово. Вот, такая вот площадь. Торговый центр Геленджик. И вот она, соответственно, скульптура невесты установлена. Вот. Дошли мы с вами. Бесконечная набережная. Не знаю, она настолько длинная, настолько кайфовая. Словами не передать. Сюда нужно обязательно приезжать и гулять. Честно говоря, даже по какому-то быту город интересный. Знаете почему?
Ну, правда, я такого не встречал. Ты вроде в городе, да, тебе нужно решить какие-то вопросы. Там ЗАГС, да, находится прямо возле моря. Здесь же находится налоговая, прям вот на набережной. И прикольно, здесь и дальше всякие вот такие бытовые всякие организации находятся. И прикольно, что ты приходишь вот в эти неприятные организации, например, как налоговая. И, ну, она становится приятна, потому что ты находишься здесь. Это классно. Это как в школу ходить. Там в том же Адлере есть школа, она прямо на пляже находится. И это так здорово. Ты идешь в школу возле пляжа. Классно. А знаете, с кем я сейчас сижу? Вот это вот основатель курортного дела Геленджика. Я не шучу. Смотрите. Доктор Сульжинский. Основатель курортного дела Геленджика. Здесь есть еще какой-то QR-код. Ну так вот. Дальше начинается детский сквер. Вот он. Огромный выбор детских площадок. Там еще скульптуры из разных мультфильмов, из разных сказок. Если вы сюда, в эту часть, приедете с своим ребенком, он будет очень доволен. Ну и сразу же, вот видите, возле океанариума. А океанариум прямо возле пляжа. Городской пляж Лермонтовский называется. Широченная набережная. Красотища, друзья. Просто не могу нарадоваться, что я здесь. А, кстати, вот в этой части пахнет водорослями еще сильнее. Здесь даже, кстати, вода более мутная, видите, чем, например, мы были с вами на Толстом мысе. Вот так вот, тоже песочек. По этому скверу прошел чуть дальше. Здесь посмотрите, какая классная чиллаут-зона. Все закрыто вот так стеклом. Можно даже сесть, наверное, и просто спрятаться от ветра. Такие лавочки, видите, стильные очень. И... ой, какой здесь вид, слушайте. Посмотрите, какая красотища. Обалденно. Здесь, видимо, пляжик делают. Они... да, очень здорово. Я пока шел, полил такой ливень, что мне даже пришлось спрятаться от него. Замерзли сильно руки, ветер такой дул. А сейчас буквально 10 минут, посмотрите, какое солнышко светит. Ну вот сразу жить хочется. Неужели вышло солнце? Красота! Бегу в обратную сторону, до машины, надо погреться и снова просушиться. Ой-ой-ой, сколько луж. Жесть, конечно. Смотрите сразу, какая красота солнышком. Вы только посмотрите, как открылись горы Геленджика нам с вами. Просто обалдеть. Вот эта надпись Геленджик, которая даже видна с космоса. Этот крест, колесо обозрения, там целый парк. Такие шикарные красоты. Я вот убежден на самом деле, что Геленджик, он никого не оставит равнодушным. И скажу, что более, что если его посетить вот вне сезон, например, сейчас, но лучше подугадать солнышком, чтобы не лил этот дождь, то Геленджик точно вас влюбит. Но меня, по крайней мере, влюбил. Первый раз, когда мы здесь были, было так себе двоякое. Но сейчас город этот открылся по-другому. Это и то, я там что, прошелся только по набережной, и здесь хочется быть. Друзья мои, я с вами прощаюсь. Увидимся с вами скоро в новом видеоролике. Подкрепите лайком, пишите комментарий, сделайте репост в свои социальные сети. Это сейчас очень необходимая поддержка каналу. Все, я с вами прощаюсь. Пока. После каждой тучи
всегда есть просвет, всегда есть солнце. Поэтому после черной полосы всегда будет белая. Гляньте, какая у нас красота. Самое главное, что я хотел увидеть, это надпись «Геленджик» и огромный крест.